уважаемые друзья рыбаки, всем вам крепкого здравия и большущий полуторакилограммовый привет с уральской перволедной рыбалки. Хочу вас всех попросить, чтобы вы не выходили на неокрепший первый лед. Обязательно берите с собой спасалки, берегите свои жизни, ведь у нас с вами еще впереди так много красивых и запоминающихся рыбацких моментов. У нас начал подавливать морозец, поэтому помогать мне сохранять тепло будет вот такой вот термос с пожизненной гарантией от Стэнли. Но о нем я вам расскажу в следующем видео. Примерный план рыбалки сегодня такой. Приходим на место, сверлим лунки, кормимся. И пока накормленные лунки будут манить рыбу, уйдем в берег и попробуем половить окуня на блесну. Вот такая у нас сегодня тактика. Ну а финальное решение нам вынесет рыба. Ножку ушим. Ну а сейчас, друзья, позвольте мне показать вам окружающую природу. Ее звуки, красоту и магию. Ребят, смотрите, какие большие следы. Глухарь ходил. Какая красота кругом. Лес. Дышит это как хорошо. Прям вот. Я уже, ребята, иду и чувствую. Я знаю, вы в моей банде, так что на нашей стороне сегодня сила. Сегодня дадим бой ершам с окунями, хитрой плотве, под лещуку, а может даже и щука повалят. Смотрите, сколько грибов тут наросло. Все дерево в грибах, весь пенек точнее в грибах. Прибыли мы с вами на первый лед. К сожалению, перспективное место, которое находится вон там за моей спиной, уже занято. Там сидит уже 4 человека. Поэтому мне сейчас придется искать свою козырную ямку, которую я нашел прошлой зимой. Ну и оттуда уже будем начинать ловлю. Ну что, сейчас реактивно закармливаем лунки. Поворот на лунку и поехали дальше. Пока кормил луночки, немного у меня подзамерзли ручки. Надо, наверное, сейчас будет подчеку сделать десяток лунок у берега и попробовать поблеснить немного куней. Пока у меня тут все настаивается. Ложки везде растаял, лунки подмечены, замечены. Буду сидеть, зорко наблюдать, чтобы не тряхнуться. Все. Пьем чаек, смотрим на природу и дуем блесну под берег. Поставлю сейчас вот такой отбалансир от Lucky John. Называется он Балтик. Синенький.
потому что на него рыбка живется. Ну что ж, к сожалению, на балансиры было всего-навсего две поклевки. И то они были не слишком бойкими. Поэтому будем надеяться, что на прикормленных лунках у нас уже подошла рыба. Поэтому сейчас быстренько идем до первой лунки на нашем круге. Берем в руки безмобилку и идем в бой. Сегодня погода ветреная, поэтому буду использовать вот такие вот самовские коротенькие удильники. Для того, чтобы можно было закрывать лунку своим собственным телом от ветра. Начну я, наверное, с 0,12 лесочки. С чертика, которого мы с вами делали. Лесочку, кстати, я намотал вот на это удилище 0,12. Тонущую. Salma Ice Sinking. Тонущая леска должна, по идее, лучше тонуть мормышка. Так что будем проверять, будем пробовать. Если ветер утихнет, возможно, возьмем какие-то удильники более длинные. Но вообще, в принципе, в перспективе все эти удильники переделать в вот такие вот удочки, то есть довести имеющиеся оригиналы до ума, то есть сделать хлыстик карбоновый, немного подрихтовать рукоять, поставить шайбы скольжения, ну, в общем, сделать удильники более благородными. Вот эти вот удочки для этих целей подходят как нельзя лучше. Начинаем. Первая проводочка. Первая рыбка нормальная. Лисичек, наверное. Вот окунёк. Окунёчек. Вот еще окунёк, похоже, клюнул. Небольшой. Это совсем уж. Такого только на журличку ставить. Нано плотва клюнула. Вот такая. Раздраконил ее все-таки. Беги давай. Я, по идее, это на жерличку бы поставить хорошо было бы. Но я жерлицы не взял с собой почему-то. Ну ладно, как говорится, война войной, обед по расписанию. Руки окоченели. Но ничего. Сейчас я достану свой большущий, могучий термос. И он меня очень хорошо согреет. Огурцы мороженые. Мощно получается-то. Вот это, блин, бутерброд. Мощный термос на 1,3 литра с пожизненной гарантией. Как попил чая, как дома. Кружка пластиковыми вот этими краешками. О, да. Вот это кайф. Приятного аппетита, зовут Владимир Игоревич. Ой, красота. Надел я свои перчаточки,
взял свою удочку переделанную из солновской, поставил маленького чертика, леска здесь идет 0,1, и сейчас с этой удочкой пойду на круг. Опа, на падении окушок, наверное. Да, скорее всего окушок. Вот ты, елки-палки, кто ж так заглатывает на болтус? Да. Погоди, сейчас приду тебя. Давай, шуруй. Рыба объявила забастовку, поэтому я решил, пока у меня еще сегодня есть время, переместиться. Еще разик закормлюсь. Ну а так пока совсем все плохо. Но не сдаемся. Есть. Эх, убежал. Под лещичек был, наверное. Дорогие друзья, вот так вот ни шатка ни валка я открыл свой первый лед, но по факту результат остался достаточно плачевным. Ну а сейчас мне пора ехать домой, поэтому увидимся с вами в следующих видео.